Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте. Сейчас мы выполним задание по русской литературе для шестого класса из учебника Коровиной. Раздел «Писатели улыбаются». Антон Павлович Чехов. Рубрика «Проверьте себя». Второй вопрос. Антоша Чеханте один из псевдонимов Чехова. Как вы думаете, почему Чехов не стал сразу подписывать рассказы своим именем? Ответим. Юмористические рассказы могли отрицательно повлиять на карьеру будущего врача, поэтому Чехов предпочел сначала подписывать свои рассказы псевдонимом. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!